раз, и вместе с этим за все годы обучения съедают соль. Ну, да? Да. Говорят. Я думал, металл. Вот поэтому ваше сейчас задание всей группы. Всю нагрузку в этом испытании взяла на себя Аделина Галямова. Девушка съела почти целую тарелку каши. Одним из основных ингредиентов которой была соль. Конечно, после потребовалось несколько минут и стакан воды, чтобы забыть вкус этого блюда. Но что не поделаешь, ради своей любимой группы отмечает студентка. Каша очень вкусная. Мероприятие прикольное. В политехническом колледже ежегодно организуется мероприятие, которое служит началом отсчета самого яркого периода в жизни каждого студента, который будет полон незабываемыми эмоциями и впечатлениями. И каждый первокурсник ждет его с замиранием сердца. У некоторых было скучно, у некоторых было весело. У некоторых соляно, у некоторых вкусно. Ряженка вкусная была на одном пуксе. Всего новеньких 10 групп ожидали 10 пунктов с испытаниями. Где-то нужно было освежить память, где-то показать свои силы, а где-то вовсе проверить интуицию. А вот здесь, например, ничто из ранее перечисленного не помогло. Они должны засунуть руки, угадать, что внутри. Бывают разные предметы. Черви, органы животных, все что угодно. Еда какая-то. Вот где-то здесь лапки, где-то здесь пюре. У нас ежегодно поступает порядка 180 студентов. Сегодня все они проходят посвящение студенты, по окончании которого они все получат студенческий билет. География учащихся Мамадышского политехнического колледжа с каждым годом расширяется. Сюда приезжают учиться даже из соседних регионов. В целом основной поток составляют дети из разных районов республики. Например, Ралина Гайнетдинова из Казани. Очень нравится, группа у нас дружелюбная, все друга поддерживают. Учителя тоже очень хорошие, понимающие, помогают. Не пожалел, потому что здесь все мне родные люди. Главное, нужно найти общий язык с преподавателями, с студентами, и все будет хорошо. Вливаясь в ряды студентов колледжа, первокурсники прошли обряд посвящения в виде квеста. В его завершении каждый произнес торжественную клятву. Самым значимым моментом стало вручение первого документа в колледже студенческого билета. Гульнагиль Мулинов, Эльшихудинов, Ильза Нургалиева. Новости Татарстана.